Гватемала переносит свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Так решил президент страны Джимми Моралес. Он уже поручил канцлеру начать подготовку к переезду. По словам Моралеса, решение он принял после разговора с премьер-министром Израиля. На прошлой неделе Гватемала проголосовала против резолюции ООН, которая требует от США пересмотреть решение о статусе Иерусалима. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху такому решению Гватемалы очень рад. Он заявил, это только начало. Я хотел бы сказать президенту Гватемалы, благослови вас Господь, президент Моралес. Благослови Господь обе наши страны, Израиль и Гватемалу. Мы ждем вас здесь, в Иерусалиме. Я же говорил, что будут и другие страны, которые признают Иерусалим и перенесут сюда свои посольства. Вот уже вторая страна, и я говорю, будут еще. Это только начало. Первой страной, официально признавшей Иерусалим столицей Израиля, стали США. Ранее Дональд Трамп пригрозил прекратить финансовую помощь странам, которые голосовали против этого решения американцев на заседании Генассамблеи ООН. А для развивающейся Гватемалы Штаты очень важный донор.